Поздравляю с успешным стартом на турнире. Сегодня твой гол во многом задал темп игры. И начинали в основном дальними ударами тоже. Это установка тренера была или не получалось в начале матча подходить по-другому к чужим воротам? Ну, во-первых, у нас нет тренера, установки, в принципе, быть не может. Ну, ребята играли низко, поэтому единственный вариант был играть с дальними ударами. Я такой не могу, я полевой игрок, поэтому приходилось играть, как умеем. Сегодня вели вы 4-0, но в конце что-то пошло не так немного, в итоге додержали. Какие-то моменты в защите вам стоит улучшить после этой игры или это чисто случайность была? Ну, конечно, стоит улучшить. Вы матч же видели, там никакой защиты нет. Мы так играем, как можем. И сегодня по заменам вы достаточно часто менялись. Это тоже часть тактики или просто хотели разыграться перед началом турнира? Ну, у нас два человека на замене. Попробуйте выйти 36 минут отыграть без замены. Ну, конечно, два человека на замене, постоянно замена происходит. В обычном ритме каждые 2 минуты замена нормальных команд. 2-3 минуты четверка меняется, поэтому обычно, вполне обычно производили замену. И последний вопрос. В своей группе вы один из фаворитов, и ваш проход в плей-офф в целом для многих задача уже решенная. Соответственно, какие цели ставите перед собой на турнире? Ну, цель всегда, хочется победить, конечно. Сейчас к третьему туру у нас приедет основная часть игроков, поэтому сейчас главная задача была выиграть в этих, в одном из хотя бы 2 матчей, которые сейчас будут первые без части команды. Поэтому задачу, ну, минимально выполнили. Следующую игру тоже надо выигрывать и уже спокойно третью наигрывать там состав. И, конечно, хочется победить.